расскажу про то, как можно выйти из своего тела. Это один. Медитация способна привести на выход первое наше эфирное тело. То есть это уже второе тело физическое, будет оставаться на месте. Один из способов, который я сегодня покажу, он сложнее, чем первый способ, который, возможно, я буду вам показывать. Если вы никогда этим не занимались, то лучше подождать первого способа, потому что у вас может не получиться первый момент. Второй момент, когда нужно пробовать с первого способа машинки. Но не попробовав выход из тела, вы не сможете дальше продолжать духовные практики. Вы можете продолжать, но у вас лучше именно с этого начинать карму. Поэтому я покажу вам способ пройти. Ну что, начнем. Мы должны сконцентрироваться на том, что наше тело как бы эфирное выходит из физического, а физическое остается здесь. Закрываем глаза. Наше тело расслабляется с пальцев ног. Трансу.